Первый видеоблог студии SM Records. Наши артисты. Ребят, как ваше здоровье? Как вы? Как настроение? Все хорошо. Студия SM Records, я напоминаю, я хочу вас познакомить с нашими форвардами, артистами и ребятами вообще талантливыми, которые живут конкретно вот сейчас в Хабезе. Первый у нас Аслан Макушев. Это артист, музыкант, исполнитель песен, человек уже с большим опытом в музыке. Как-то вообще, ты вообще как в музыке оказался, Аслан? Просто понравилось, да? Родился с музыкой. Все, что я сейчас сказал про Аслана, можно сказать и про него. То есть это уже артист с большим опытом. Кстати, у него очень красивый голос, он красиво поет. Любит музыку, творческий человек. Мурик, ну, что-нибудь там, привет нашим зрителям. Я же сказал, ассаламу алейкум всем. Ну, это я еще посмотрю, где лучше получилось просто. Да. Да, поэтому. Ну, как тебя в музыку занесло-то? Я даже не помню. Я ехал в машине, услышал и все, и понеслось. С такого возраста. Он шел в садик. А, даже так. Да, и плавно мы перемещаемся к Адаму. Ой, Адаму. Блин, может, Адамом тебя будем назвать? Тебе прям идет. Слушай, ну какая разница? Я шучу. Это Ахмед Адамоков. Тоже перспективный парень. Руководитель ансамбля, на минуточку. Хореограф, то есть человек, который может научить танцевать даже быка. Хромого. Можно чуть-чуть громче? Нужно. Нужно. Громче сделаем, будет. Раз будет петь. Давай, с гармошкой. А я попробую с гармошкой. Я закрою за собою. Ты сказала, я не стою. Я подброшу на удачу. Так курю и пойду дальше. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любовь получит, значит, я в этом фильме главный актер. Я сценарист, я режиссер. Ахмед, ну как так получилось, что ты стал, скажем так, опытным руководителем танцевальных групп, что тебя занесло вообще в танцевальную тематику? Почему ты не пошел на гипсовый завод? Да, прям интересный вопрос, почему я туда не пошел. Наверное, в первом классе меня мама привела на танцы к Харису Рашидовичу Табулову. И с первых дней получилось так, что я влюбился в культуру свою национальную. Хотелось всегда узнавать что-то интересное, углубляться в культуру. И так получилось, что пришел, хотя я экономист, потом пришел после учебы в культуру. Спасибо тебе, Аня, Анна Артуровна Даурова. Да. Кто не в курсе, это директор Дворца культуры, да. Даурова Аня. Начальник отдела культуры Хабезского района. Да, спасибо ей за то, что привела в культуру работать. И так получилось, что пришел в ансамбль «Ашемес», где раньше танцевал. И потихоньку набираемся опыта, с каждым днем больше и больше учимся всему этому, всей культуре адыгской, можно сказать. Вот так. Слушай, да блин, тебе в РИА КЧР, наверное, надо идти. Ты так себя презентовал круто. 100%. Да, да. А то он тут... Я дальше слушаю. Спасибо нашим родителям. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Это мем уже будет, я тебе отвечаю. Да, это уже мем. Знаешь, раз... Мерзаешь ты психом. Блог, шиша. Это первый блог? Ну, сейчас копят мина, хлёх куракона. Да. Ну, как бы, ориха заложишь, жену. Васян, пойми, Васян. Аслан, как тебе обстановочка? Может, что-то, я не знаю, тебе не нравится? Отлично, нравится. Аслан... Приезжайте к нам в гости, записывайтесь. У Аслана просто родился сын, и он сейчас мыслями там. Да, Аслан? Поздравляю. Кстати, поздравляем тебя, Аслан, с рождением сына. Это очень приятно. Это круто, что у тебя уже ребенок есть. Как говорится, у тебя мотивация теперь бешеная.
Все, спалили пацана. Ребят, накидайте лайков, поддержите наших молодых артистов. Поэтому, потому что они стараются для вас, они хотят вас. Че ты там облокотился? Ты нам стул сломал, братан. Его стул. Ты нам стул сломал. Капец, блин. Ну, давай немножко этот. Не, пока не надо. Потише сделай, я чуть хочу этот поговорить с вами. Смотри, вот ты уже человек, вот, скажем так, на опыте. Ты работаешь с молодежью. Ну вот как ты думаешь, какие вообще перспективы у нашей молодежи? Вот куда им стремиться? Вот ты бы, допустим, если вернулся лет 5 назад, когда там 10 назад, да, вот, ты бы какие бы себе советы дал? Советы? Надо подумать сильно. Ладно, пока ты думаешь, я хочу кое-что другое спросить у Аслана. Ты думал, я Мурата спрошу, да? Не-не-не, подожди. До Мурика доберемся. Ну, вот смотри, как ты думаешь, важен ли талант вообще в творчестве, или же все-таки упорство решает? Пока я думаю, задайте Мурату. Нет. На самом деле... Не, ну вот есть ребята, у которых... Талант, так. Конечно, ну, естественно. Давай еще раз, важен талант. Ну, насколько важен? Все-таки, ну, как? На 100%. Не, а если, допустим, вот молодой парень, да, нас, который сейчас смотрит, допустим, он учится в хабесской школе, да, там, или в черкесске учится, неважно, там, в Джигуте. Ну, у него таланта, может быть, нету, но у него большое желание петь есть. Какие, вот, давай, что ты ему вопрос, посоветуешь? Что? Это вопрос, Мурат, ответь. Вы мне задали вопрос, я уже ответил, пускай... нет, ты не подумал еще. Есть пословица прекрасная русская. Пускай пробует. Без труда не вытащишь рыбку из труда. Вот, правильно. Надо пробовать. Мурик, ты считаешь, шанс есть у всех? Может, получится, надо испробовать. Не надо, да, забивать перчатки на гвоздь. Надо стараться, трудиться, может, и рано пользоваться. В любом случае есть шанс. Подожди, так ты Мурику сказал ответить. Работать и работать над собой. По-любому будет какой-нибудь результат, я не знаю. Нужно работать. Вот за мной. Я не виноват. У нас там один стул остался живой, пацаны. И капец. Знаешь, как в фильме 12 стульев, да? С тебя уже, я не знаю, 12 стульев. Да, по-моему, больше. С меня один. Вы когда собираетесь на подкаст вообще? Кто первый придет на подкаст? Скоро. Я готов сегодня. Ну, мы тут до утра зависнем, блин. Давайте как-то перепланируем хотя бы по очереди. Так, ну хорошо, я тогда... Среднего начнем, потом старше, потом младше. Кому скучно будет, приезжайте в A few moments later. Блин, молодцы, красавчики, прям сигуро. Четку маху. Так, надо потом нам снять... Но больше по-русски говорите, потому что у нас на большую аудиторию. Если мы будем разговаривать на русском, то все поймут, о чем мы разговариваем. Ну, в этом-то и прикол, пацаны. Мы открытая, как говорится, студия. Нам надо быть со всеми, короче, в коннекте. Все должны понимать, о чем мы говорим. Тебе нравится эта песня? Амед хочет поделиться своими песнями, что ему нравится и так далее. Прикольная песня, мне вчера понравилась. Это я услышал, я помню. Ну тебе разная музыка нравится, я так понимаю. Все, знаешь, о чем поет? Даже рок. Мурик, ты что любишь слушать? Тебе что нравится? Ты что слушаешь? Я знаю. Можно я за него отвечу? Старинные черкесские песни. Которые забыли уже. Молодежь забыла уже, а вот некоторые люди восстанавливают. Делают аранжировку красивую. Я бы не сказал, что здесь. Ну, какие мне песни нравятся, пускай тоже Ахмед. Так я не успел спросить, ты уже отвечаешь. Ну, я сразу. Ты решил наперед забежать. Базара нет, красавчик. Ахмед знает. Да. Григорий Лепс. Слушайте, Григорий Лепс. Григорий Лепс, ждем от тебя позитивного комментария. Ребята тебя любят. Конечно, любят, уважают, ценят. Мы его видели когда-то на дне города.
где-то километр от меня пел на стадионе. Только так смог пойти. Ну слушай, неплохо, у тебя возможность какая-то появилась, да, ты не воспользовался. Ну Басту мы видели в 10 метрах от нас. А что, вы были на его последнем концерте? Кто был на его концерте? Черкесский. Черкесский, да, вот да, месяца 2-3 назад, по-моему. Мимо нас проходил, ну да, Баста, да. Салам кинул на тебя? Нет, конечно. Тебе лично прям? Не, подожди, не-не-не, типа Ахмеду Адамокову отдельно салам от меня. Не, отдельно Адамокову Ахмеду кинул Стас Михайлов. А, даже так? То есть у нас есть даже такое, да? Ничего себе. Конечно, все есть у нас. Базара нет. Ребят, давайте тогда попрощаемся ненадолго с нашими зрителями. До следующего влога. Мы как бы будем стараться почаще выпускать. Мы никуда не убегаем, не исчезаем. Вот, поэтому как бы есть какие-то комментарии у кого-то? Всем пока. Подписывайтесь на нашу студию. Ставьте лайки. Сказала наши классные детки.